Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 14 августа 2022 года, на улице 28 градусов тепла. Но моросит меленький-меленький дождик. За столько времени, хоть мне не поливать ягоды. Мои курочки спрятались. С понедельника хочу начинать копать картошку, но там у нас погода должна будет быть. Вчера весь вечер, грубо говоря, ползала на огороде и собирала помидоры все, как чувствовала, что пойдет дождь, чтобы не заболели фитофторы, хотя у меня все облитые, они хорошо. Хочу вам показать, сколько у меня помидор из трех грядок. Но хотя до этого мы уже собирали до вчерашнего дня. Ведра 3 15-литровых я собрала до вчерашнего дня. Вот она, одна грядка. Это здесь у меня сидели мамины. Тут у меня остались кое-где. Магазины, богата хата. Короче, разных сортов. Теперь вот она, вторая. Большая мамочка тут. Балконное чудо очень хорошее. И до конца грядка. И здесь вот черный мавр было очень много. Мамины. И вот три вот такие вот грядки. Я уже сказала, три 15-литровых ведра здесь было сорвано, это точно. Идем теперь в дом. Покажу, у меня по разным углам хранятся помидоры. Вот моя обезьянка вредная. Вот у меня помидоры. Три почти полных и одно неполное. Короче, три 15-литровых. Если выложить, то неполное. Вот она, богата хата. Не знаю, может, я что-то напутала. Это будет у меня постепенно краснеть и постепенно обрабатывать. Вот у мужа на комнате высыпано под 15-литровое ведро у меня. Вот они краснеют. Так, а это не, да, это вот плохой. Это курочки мои покусали, и я не видела. Так, это в одном углу возле стола. Теперь возле телевизора 15-литровое ведро высыпано. Идет. Такая вот небольшая спальня у нас. Отдыхают, кому не лень. Вот здесь высыпано 15-литровое ведро. Вот, помидорчики краснеют. Тут у нас такой стол, мы кипятим, пекем, на мультиварке готовим. И под столом у меня стоит три ящика. Вот, здесь вот зеленые. Сейчас включу подсветку. Вот. Здесь зеленые, здесь уже начинают краснеть. Это черный мавр с улицы. А это вот уже готовы к обработке. Уже все вызревшие. Самое хорошее я закрою, баночки 2-литровые. Остальные я переварю на кетчуп. Вот так вот укрываю здесь. Постепенно добавляю, которые краснеют, постепенно добавляю. И здесь вот у меня на кухонном столе это уже из теплицы. Не все из теплицы, вот только крупные. А мелкие это с тех грядок. Вот. Краснеют. Что оставлю на покушать крупные, а что буду варить на этот... на кетчуп. Ну вот и все, мои дорогие друзья. Заходите в гости. Как всегда, буду рада. До свидания. До новых встреч. Пока. Показала вам я, сколько выросло у меня томатов в открытом грунте. Фитофторы не поражены, потому что обливала трижды. Пока.